Я люблю азербайджанский народ. Кто не живет? Георгий. Директор академии, значит, есть директор академии, который с инфраструктурой заведует. Заведут, значит, академии, чисто. Академия как вырастет футболиста, значит, тренер. Здесь могут одновременно жить и, значит, питаться, значит, 80 футболистов. Physically, all the players has all information about each training. We're gonna do all the games analysis. Look at our eyes all the games here. Yeah, but we'd like to put this TV a little bit high. Where players will live, rest, study. The rooms is depends on the numbers. 4, 3, 2. We have 3 floors. А здесь сколько ребят, которые постоянно будут проживать? Для начала 20. 20, да. Потом посмотрим. Там уже, наверное. А это просто для того, что там ребята отдыхали, да? Да, здесь будут жить. А эти футболисты. Ваш клуб сейчас играет, да? Да. Завтра у нас игра будет. Завтра против? Киаста. Польский клуб. Это первое или второе? Нет, это же, ну, первое на подъеме, которое металлическое прошло. Да, вы прошли, да. Но мы там до 4-го идем, там у нас Боруссия и Литвин, это выходит. Да. Желаю вам удачи. Спасибо, Наташа. Поздравляю, кстати, вчера смотрели. Да, спасибо большое. Спасибо рабочий, пожалуйста, после более выносили. Сколько здесь полей? Спасибо. Тут искусственные. И эти две... Да, детские, да, команды. Это государственные? Нет, это просто наши спонсоры, которые баллы запустили. Сегодня вообще одна такая команда поступила. Несколько дней тому назад вот я на сайтах посмотрел, что было открытие футбольной академии «Динамо», где участвовали Криштиану Роналду, Андрей Шевченко. То есть стало очень интересно, что за дела, какие дела здесь делаются. И пришел сегодня, вот посмотрел. Очень отличная база у «Динамо», большие дела делаются. Я вот думаю, что через несколько лет уже «Динамо» будет как бы видеть плоды этих дел, которые она сейчас строит, делает. И очень перспективные грузинские ребята здесь есть. И вот я надеюсь, что через пару лет в основной команде «Динамо» уже будет мало легионеров, а очень много своих ребят.